Приятная новость для нашей телекомпании, а также ахтубинцев, которые смотрят местные новости посредством эфирного вещания. Оно возобновилось. Сейчас на связь выходит главный инженер Анатолий Скляров. Здравствуйте, Анатолий Николаевич. Здравствуйте. Почему был перерыв и как теперь можно смотреть местные новости? По ряду независящих от нас причин, а об этом уже мы много говорили, было приостановлено эфирное вещание нашего телеканала «Ахтубинск ТВ» в партнерстве с телеканалом НТВ. Восстанавливали вещание практически всем коллективом. Использовали интернет-ресурс, интеллект сотрудников, имеющееся оборудование. Ну и восстановили. Снова телеканал «Ахтубинск ТВ» в эфире. И причем в прежнем качестве, на прежней частоте. Принимать телеканал «Ахтубинск ТВ» можно, как и прежде, на антенны метрового диапазона. Давайте уточним время выхода программ в эфир. Оно осталось прежним? Ну, вот как раз время выхода в эфир немного сдвинулось. Теперь телеканал вещается утром с 6 до 7, а вечером с 19 до 20. С понедельника по пятницу, а в субботу только утром с 6 до 7. Вот изменения эти произошли в связи с согласованием его трансляции в кабельную сеть МТС. Планируется также вещание телеканала «Ахтубинск ТВ» и в сетях других кабельных операторов. Причем напоминаю, что вы также можете видеть наши сюжеты и в социальных сетях. Все, что мы создаем для вас, дорогие наши зрителей. Приятного вам просмотра наших телепередач. Да, спасибо за такую важную информацию. Пожалуйста.